20 спортсменов из разных уголков России приехали в Анапу на тренировку по парусному виду спорта. Стоит отметить, что совсем недавно анапские ребята успешно завершили всероссийские юношеские соревнования в Таганроге. Сейчас их смены Кристиан Чех и Денис Гаретый готовятся к чемпионату мира в Греции. Соперники весь мир, как обычно. То есть команда едет, два мужских, один женский экипаж, вот которого тренируются сейчас. Один экипаж анапский, один Санкт-Петербурга и один смешанный Москва-Сочи. Главное сейчас лить на воду, чтобы не забыть ничего. Вот. И в принципе по спарринг приехал вот из Питера. Вот. Сейчас будем готовиться с ним. До 22 июля пройдут тренировочные мероприятия. В конце июля наши яхтсмены уедут покорять мир. Ребята признались, приложат все силы, чтобы яхта олимпийского класса 470 принесла не только России, но и Анапе золотую медаль мирового чемпионата.